большой интерес. Это церковь у нас посвящается Святому Кресту. Из-за этого стоит это большой крест рядом. Современная церковь недавно была построена. Если с левой стороны внизу видите деревню Тодулас. Это одна из известных наших политических деревень. Здесь кипрётам нравится в основном отдыхать. Они приезжают, отдыхают здесь, в этом, на этом свежем воздухе. И эта деревня еще славится своими минеральными водами. Там высокие башни с левой стороны, вот именно там, где шина Олимпус находится. Старинная улочка.